Радио 54. Этот зал как раз подходит, то есть он очень даже похож на некоторые сцены, вот как раз MTV вот на таких сценах некоторых снимало. Я даже смотрел и выбирал, думаю, ну-ка, вот хорошо было бы на такой сцене когда-нибудь сыграть. И тут вот в этом году, оп, и предложение как раз такое. И мы посмотрели, вот то, что нужно. Здорово. А давайте петь. Давай. Ну, песни в концерте будут такие достаточно спокойные, лиричные. Ну и, собственно, и несколько из них мы кусочками сейчас представим. Снегом, не за твоим ли белым спрятаны холода? Не за твоим ли ветром в синей косынке небо следом придет весна? Не для тебя ль кукушка счастье в лесу угадала? Не для тебя ли я? Не для тебя ли время, остановив мгновение, замерло навсегда? За твоим дыханием сердце твое подслушал, и за сердцебиением робкую душу ты мне откроешь двери, душу свою доверишь. Откроешь двери, песни свои споешь. И по дорогам мира странником, пилигримом ты навсегда уйдешь. И по дорогам мира странником, пилигримом ты навсегда уйдешь. Я пошел в магазин. Не, ну такое прям настроение. Обожаю Unplugged. За то, что известные песни в репертуаре какой-то группы, хиты, можно сказать, да, они звучат совершенно по-другому. Больше некуда. Это такой ненадежный предмет. Было и не было. Так говорил наш знакомый сосед. Мы с ним не спорили.
он на закрытом заводе собрал перпетум мобили. Знаете, где его мама нашла? У Тони Лотоса. Туда еще аист приносит детей прямо из космоса. Время рождения и смерти своей нам не доверили. Чтоб, не дай бог, не сломалась деталь перпетум мобили. Вот так и живем с грехом пополам. Одна нога здесь, одна нога там. И трудно стоять, и негде присесть, когда душой там, когда телам здесь. Группа «Коридор» у нас в студии «Радио 54». Я могу ошибаться, Галина, но мне кажется, флейта – это вот, ну, необходимый инструмент на концерте «Unplugged». Я с вами абсолютно согласна. Потому что звучание создает какую-то такую особую атмосферу, вот эту домашнюю. Да. Гитара, само собой. Ну, к гитаре мы многие уже привыкли, да, и, ну, понятное дело. А вот флейта, сочетание, да, вот это. Абсолютно согласна. Да, да, да. Хочу даже добавить, наверное, вот у многих... Без меня не будет концерта, да? Это точно. Это вообще без сомнения. Тогда Unplugged. Снова в студии «Радио 54». Группа «Коридор», слушаем. Остался июль улыбкой в бездонных глазах. Там на песке я тебе допою все то, что недаром сказал. Там на песке я к тебе вернусь, чтобы спросить, зачем. Там на песке я возьму твою грусть и отпущу совсем, совсем. Подкрытое небо кошеный сон, я стану легким, легче, чем ты, даже легче, чем он. И вы поймете, что это не просто пение птиц, не опустевший предел. Взмах легких крыл, как движение ресниц. Я полетел, полетел в открытое небо. В открытое небо. Открытое небо.
В общем, если хотите, чтобы свернулось и развернулось, да, та самая, да, то приходите на Unplugged, группа «Коридор». Твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.